Paul Mascriam. C'est la deuxième fois que je fais une intervention à Paris. Je pense qu'une fois je l'ai faite à Moscou. В Москве мое выступление предыдущее, оно касалось возможности взаимодействия России и Европы в энергетической сфере, в энергетической. Mon intervention précédente à Moscou concernait les possibilités d'interaction entre la Russie et l'Europe dans le domaine énergétique. С точки зрения возможности влияния ТЭКа, энергетического сектора на экономику, на экономический рост, сегодняшнее выступление является продолжением того выступления. Donc, du point de vue de l'impact du secteur des combustibles sur la croissance énergétique, mon intervention d'aujourd'hui est la continuation de l'intervention précédente. Я хочу рассмотреть три сектора. В основном это то, что связано с внутренней экономикой, с внутренним потреблением энергии в России. Je voudrais considérer trois secteurs. Le premier est lié à l'économie domestique, à la consommation domestique de l'énergie. Да. Сделаю две ремарки. Во-первых, про актуальность. Если вы помните один из слайдов Александра Широва, он раскладывал экономический рост на влияние по секторам, и там вот 2-3% из 0,5-0,7% экономического роста это был энергетический, сырьевой сектор. Да, вот. Si vous vous souvenez, un слайд M. Широ, il divisait la croissance économique en plusieurs facteurs, plusieurs secteurs, et donc le secteur énergétique représentait de 2 à 3% dans les 0,5-0,7% de croissance. Да, это к вопросу об актуальности, значимости. У нас около трети инвестиций – это инвестиции в энергетику и изменение политики, там достижение новых показателей, другой эффективности скажется на, ну, внесет свой вклад в экономический рост. Environ un tiers des investissements correspond au secteur de l'énergie. Et donc le changement des paramètres apportera une nouvelle contribution à la croissance. С другой стороны, я сделаю некоторую, вижу некоторую связь с докладом Олега Джоновича Гофтмана. D'autre part, je vois un lien avec l'intervention de M. Гофтман. Вот те сюжеты, о которых он рассказывал, о том, то, что экономика российская, да, экономика там, банковской сферы не такая однородная, то, что процентная ставка, она различается для разных субъектов, такие же сюжеты есть и вот в этих трех секторах. Quand il parlait que le secteur bancaire n'est pas homogène, que les taux d'intérêt sont différents pour les secteurs différents du secteur bancaire, nous avons les mêmes sujets dans l'énergie. Соответственно, я покажу эти три сектора, скажу, какая есть проблема, какой был проведен анализ, какие получены результаты. Je vais donc montrer ces trois secteurs, dire quelles sont les problèmes qui existent, quelle analyse a été faite, quels sont les résultats. Да, и будут предложены два варианта мер экономической политики в этих секторах. On va proposer deux options de politique économique pour ces secteurs. Первый – это в рамках сохранения управленческой институциональной парадигмы, которая существует уже. La première option dans le cadre du maintien du paradigme de gestion, du paradigme institutionnel qui existe. Да, и второе – это если, ну, мы можем сильно менять экономическую политику, то… Et la deuxième option, c'est un grand changement de la politique économique. Это вот та дискуссия, которая была между Шировым и Кувалиным на тему того, можно ли поменять налогообложение. Да, Donc la discussion entre Monsieur Широв и Monsieur Кувалин, est-ce qu'on peut changer le système fiscal? Да, является ли это управляющим параметром экономической политики или нет, это там зафиксировано. Est-ce un facteur qui contrôle la politique économique ou l'inverse? Итак, первая проблема – это газификация, это снабжение газом населения России. Bon, le premier problème, c'est la gazification, c'est-à-dire l'approvisionnement des ménages russes en gaz. Российское население потребляет около 50 миллиардов кубометров газа. Donc, la population russe consomme environ 50 milliards de mètres cubes de gaz. Это сопоставимо с потреблением крупных европейских стран, например, там, Франции или Германии. C'est comparable à la consommation de grands pays européens, tels que la France ou l'Allemagne. Да, сопоставимо с общим потреблением, не только населением. Да. Avec la consommation totale de ces pays, non seulement la consommation des ménages. Да. При этом уровень газификации, уровень проникновения, доступности инфраструктуры 66-68% по разным оценкам.
Donc le niveau de gazification, c'est-à-dire le niveau de pénétration des infrastructures, représente seulement 66 à 68%. Как устроен этот процесс? Comment ce processus est-il construit? Он разбит на три стадии. Газификацией занимается компания Газпром. Il est divisé en trois stades. La gazification, c'est une affaire de Газпром. Компания Газпром строит первую часть трубы, магистральные трубы крупного масштаба. Газпром construit les pipelines principaux. Далее должны регионы построить трубы условно среднего масштаба. Ensuite, les régions doivent construire les pipelines que monsieur appelle moyens. И далее уже потребители должны тоже проинвестировать, заплатить деньги, чтобы подвести, сделать разводку по населенному пункту и завести в дома. Ensuite, les consommateurs doivent payer pour le réseau de distribution, pour qu'il soit construit et amené jusqu'à leur maison. Да, совокупно эти инвестиции можно оценить в 30-60, там иногда больше, иногда меньше, миллиардов рублей. La totalité de ces investissements peut être estimée au niveau de 30 à 60 milliards de rubles. Да, это, соответственно, где-то там половина-1 миллиард долларов или 2-4% совокупных инвестиций в России. Donc c'est de 2 à 4% des investissements totaux en Russie. То есть мы, в принципе, имеем дело с достаточно крупным процессом, который там, чуть меньше 10% всего потребления газа и вполне значимый инвестиционно-финансовый процесс в экономике России. Donc c'est un processus d'investissement et de financement assez important pour l'économie russe. На данном слайде показана экономика поставок. Ici nous voyons l'économie des approvisionnements. Да, у нас три группы разных компаний, на самом деле можно сказать, что две. Вторая, третья, это одно и то же. Il y a trois groupes de sociétés. Bon, en réalité, on peut dire qu'il n'y en a que deux, car le deuxième et le troisième, c'est la même chose. Компания Газпром имеет больше издержки в добыче. Il y a Газпром, qui a des coûts de production plus importants. И платит налоги. И paye les taxes. Да. Paye les impôts. Другие компании имеют меньше издержки в добыче и не платят налоги. Les autres sociétés ont des coûts de production moindres et ne payent pas d'impôts. Да. Соответственно, если мы возьмем цену поставок до потребителя, до населения, да, то у остальных компаний есть маржа, которая позволяет им прибыльно поставлять. Donc, si on prend le prix final de l'approvisionnement des consommateurs, les autres sociétés ont une marge. Да. Для компании Газпром, соответственно, прибыль минимальна. Pour Газпром, les bénéfices sont minimaux. И это есть социальная нагрузка. И ça, c'est une charge sociale. То есть свои инвестиции в размере там, за последние 5-7 лет, это 30-50 миллиардов рублей, они осуществляют как по остаточному принципу. Мы выделяем, потратили и вот все. Quelques années, leurs investissements de 30 à 50 milliards de roubles sont faits selon le principe de ce qui reste. Donc, on a prévu ceci, on a dépensé et c'est tout. При этом, если посмотреть статистику не компании «Газпром», а «Росстата», то уровень газификации не растет. То есть, не растет. Не растет. Donc, si on considère statistiques non pas de «Газпром», mais de la direction des statistiques de la Russie, le niveau de gazification n'augmente pas. То есть, число новых жилых домов в России, их площадь, она увеличивается темпами не меньшими, чем газификация старых домов. C'est-à-dire que le nombre, la surface de nouveaux immeubles d'habitation en Russie augmente à un taux similaire à celui de gazification des immeubles anciens. В итоге мы получаем ситуацию, то что компания Газпром, только она может этим заниматься. Donc, seul Газпром peut s'en occuper. Да, она тратит деньги на эту газификацию. Il dépense de l'argent pour cette gazification. Это маленький результат для компании, для отрасли. C'est un résultat petit pour la société et pour le secteur. Да, и это очень, да, это очень дорого для потребителей, подключения. Et cela coûte très cher aux consommateurs. И была сделана такая работа, попробовали оценить, сколько вообще надо инвестиций, чтобы вот закончить этот процесс. On a essayé d'estimer combien d'investissements faudrait-il pour terminer ce processus.
Для этого была оценена потребность населения в газификации. Donc on a estimé les besoins de ménages en gazification. Туда были отнесены домохозяйства, которые не имеют подключения к газу или к централизованному теплоснабжению. On y a compté les ménages qui n'ont pas de connexion au réseau de gaz ou au réseau de chaleur centralisé. И вот здесь на слайде представлена группировка. Ici on voit les groupes. У нас 4 группы регионов. Nous avons 4 groupes de régions. Вот здесь число регионов каждой из групп. Ici c'est le numéro de région dans chaque groupe, le nombre de région dans chaque groupe. В четвертом столбце это численность населения, которую можно подключить и, соответственно, перечислить. И la quatrième colonne c'est le nombre d'habitants que l'on pourrait connecter. Да. И оценка инвестиций, сколько это надо, если это продолжать заниматься вот газпромовскими методами. Et l'évaluation, l'estimation des investissements. Combien d'argent faudrait-il si on continue par les méthodes de Gazprom? Общая цифра 9 триллионов рублей. Donc le montant total c'est 9,3 milliards de roubles. Триллионов, да? Больше 100 миллиардов. Да. C'est-à-dire plus de 100 milliards d'euros. Это позволит увеличить газификацию с 66 до 84%. Cela permettrait d'augmenter le niveau de gazification de 66 à 84%. Да. И для понимания, эта цифра это около 2/3 всех инвестиций в России вот по тем формам, которые там наблюдаются. То есть это 2/3 инвестиций в России за год. Et donc ce serait 2/3 d'investissement annuel en Russie. То есть понятно, что такими способами эту проблему не решить. Donc il est clair que par ces moyens ne peut pas résoudre ce problème. Вот, это первый вывод. То есть, с одной стороны, по экономике можно поставлять и зарабатывать на этом. С другой стороны, то, как это организовано сейчас в России, ну, развиваться в процесс не будет. Donc, d'une part, l'économie permettrait d'augmenter le niveau de livraison et de gagner de l'argent dessus, mais d'autre part, de la manière dont cela se fait actuellement, cela ne peut pas se développer. Соответственно, предлагаются 3 различные меры по решению этой проблемы. Donc on propose 3 mesures pour résoudre ce problème. Мягкие меры без какого-либо большого реформирования отрасли. Mesures assez faibles sans de grandes réformes du secteur. Для новых потребителей, для нового газа убрать налог. То есть если мы вернемся на... Pour les nouveaux consommateurs, abolir les taxes. То есть у нас тогда появится потенциал для того, чтобы Газпром это было финансово интересно. То есть это... Donc ici on aurait un potentiel pour que ça devienne financièrement intéressant pour Газпром. Да, и это тот газ, который еще не добыт. То есть этот новый газ, он не приведет к падению доходов, там, бюджета или что-то подобное. C'est le nouveau gaz, le gaz qui n'a pas encore été produit, donc cela ne provoquera pas une baisse de recettes budgétaires. Далее, если посмотреть объем инвестиций, это очень большие инвестиции, даже для такой большой компании, как Газпром. Bon, ensuite, si on considère le volume des investissements, ce sont des investissements très importants, même pour une société aussi grande que Газпром. Мы можем предложить другим компаниям тоже этим заняться. Nous pouvons proposer à d'autres sociétés de le faire aussi. Здесь могут сказаться факторы конкуренции. Ici, ça peut être un jeu de concurrence. Опыта других больших компаний по организации и реализации крупных проектов в сфере там, газа, газоснабжения. Expérience de d'autres grandes sociétés dans le domaine du gaz et de provisionnement en gaz. Доступ к более дешевому финансированию. L'accès au financement moins cher. Там альтернативными операторами могут быть такие компании, как Novatek, Лукойл, Роснефть, которые входят в список наиболее дешевых. Да, Les opérateurs alternatifs peuvent être Novatek ou Лукойл, Роснефть, qui font partie des moins chers. Да, и если вот вернуться вот к этой табличке, да, то у нас порядка там 20-30 регионов, где в каждом регионе достаточно большой проект можно сделать по газификации, да, если там одна компания этим займется, не вот логики, да. Il y a environ 20 à 30 régions où dans chaque région on peut faire un projet de gazification assez grand. Да, если этим заняться не в логике, 3 звена, как Газпром, регионы, потребители, а комплексный проект делать.
это будет дешевле. Si on fait un projet complexe et pas les trois stades Gazprom, région, consommateur, ça risque d'être moins cher. Да, ну и соответственно, третья мера, это вот если об этом я говорил в Москве, напомню, да, один из тезисов. Сейчас на европейском рынке, который является ключевым для России с точки зрения поставок газа, создалась ситуация, когда если из России будут конкурирующие поставки, это не повлияет на цены, не приведет к снижению цены. И la troisième mesure que j'ai déjà évoquée à Moscou actuellement sur le marché européen auquel la Russie fournit le gaz, la situation est telle que s'il y a actuellement des livraisons compétitives de gaz depuis la Russie, ça ne changera pas le prix. Да, то есть таким образом это одно из условий для того, чтобы делать реформу газовой отрасли в России и позволять либерализовать экспорт. C'est une des conditions permettant de réformer le secteur du gaz en Russie. Да, и также в рамках этой реформы можно либерализовать внутренние поставки, у нас тоже Газпром. On peut либерализовать les exportations, mais aussi dans le cadre de cette réforme, on peut либерализовать les livraisons domestiques. Да, у нас достаточно большие запасы газа у прочих компаний, и они могут рентабельно его поставлять. Les autres sociétés ont de grandes réserves de gaz, et donc leur livraison pourrait être rentable. Вот. Ну и, соответственно, как я сказал, может быть увеличена доля газификации, и где-то еще 10-15 миллиардов кубометров газа может быть дополнительное потребление, вполне себе значимое объем. Donc on peut augmenter la part de gazification, et d'autres 10-15 миллиардов кубометров газа, c'est un volume assez important pour la consommation. Второй кейс – это инвестиции в электрогенерацию, электроэнергетики. L'autre secteur qui nous intéresse, c'est l'investissement dans la production d'électricité. В России была проведена реформа, были приватизированы электростанции. En Russie, on a fait une réforme, on a privatisé les centrales électriques. Был создан рынок, оптовый рынок электроэнергии мощности, на которых эти электростанции между собой конкурируют. Créer un marché de gros des capacités de production d'énergie électrique sur lesquelles ces centrales sont en compétition. Однако при этом в отрасли, которая стала в значительной степени частной, mais dans ce secteur qui est devenu privé dans une grande mesure, не был создан механизм проведения окупаемости инвестиций. Il n'a pas créé de mécanisme de recalcul de retour sur investissement. Discount de retour sur investissement. На первом этапе это где-то вот период с 2008 года по 2022-2023 год. Donc la première étape de 2008 à 2022 à peu près. Было выбрано какое-то количество проектов. On a choisi un nombre de projets. Да, и эти проекты были реализованы по специальному механизму гарантированного возврата инвестиций, который назывался договор на предоставление мощности, можно просто DPR. Donc ces projets ont été mis en œuvre suivant les contrats de retour sur investissement garantis, как договор на что? Предоставление мощности. Que l'on appelait les contrats de fourniture des capacités. Это не международный термин, это российский термин. C'est un terme russe. В итоге компании, они научились тому, то, что не надо инвестировать на свой страх и риск, государство или рынок заплатит за эти инвестиции, обеспечит их возврат. Par conséquent, les sociétés ont appris qu'ils n'ont pas besoin d'investir à leur propre risque, l'État ou le marché vont garantir le retour sur investissement et vont rembourser les frais. И не хотят совершать никаких инвестиций, кроме необходимых ремонтов. Donc les sociétés ne veulent pas faire des investissements, sauf le maintien nécessaire. Кроме того, когда создавался оптовый рынок электроэнергии, lorsqu'on a créé ce marché de gros de l'énergie électrique, были созданы неравнозначные и, видимо, неудачные условия. On a créé les conditions qui n'étaient pas homogènes ni égales. Для разных типов генерации, атомной, гидро и тепловой. Pour les différents types de production électrique, production nucléaire, les centrales hydroélectriques et les centrales thermiques.
в худших условиях оказались такие электростанции, которые производят и электроэнергию, и тепло. Les centrales combinées qui produisent l'énergie électrique et la chaleur se sont retrouvées dans les pires conditions. То есть рынок электроэнергии не учитывает то, что эти станции производят еще и тепло, которое по другим правилам функционирует. C'est-à-dire que le marché de l'énergie électrique ne tient pas compte du fait que ces sociétés, ces centrales produisent aussi de la chaleur qui fonctionne selon des règles différentes. Из-за этого эти станции, которые по сути являются наиболее зелеными и эффективными с точки зрения сожженного топлива, donc ces centrales qui sont les plus vertes et les plus efficaces du point de vue du combustible brûlé exploitées inefficacement sont exploitées de manière inefficace et sont les moins rentables, certaines sont même déficitaires. Да, другим последствием реформы стало достаточно высокие цены на электроэнергию в России. Une autre conséquence de la réforme sont les prix assez élevés de l'énergie électrique en Russie. Вот там для малого среднего бизнеса в регионах цены бывают, если переводить в центы за киловатт-час, там больше 10 центов встречается, 10 евроцентов за киловатт-час. Pour les PME dans les régions, les prix de l'énergie électrique peuvent atteindre 10 cents d'euros par kilowattheure. Да, это достаточно высокие цены, учитывая, что у нас свое собственное топливо дешевое. Ce sont les prix assez élevés, vu qu'on a notre propre combustible qui n'est pas cher. По мере завершения вот этой программы, когда были гарантированы выплаты, они достаточно большую часть в цене составляли. Donc, au fur et à mesure que ce programme se termine, quand nous avions des remboursements garantis, ils faisaient une partie importante du prix. То есть эти инвестиции окупились и выплаты заканчиваются. Donc, ces investissements ont été remboursés, donc maintenant il n'y a plus de versement. Была разработана новая программа. Donc, on a développé un nouveau programme. Примерно тех же объемов и на тех же принципах гарантированного возврата инвестиций. Pour à peu près les mêmes volumes, les mêmes principes, le remboursement garanti des investissements. Примерно около 15% всех генерирующих мощностей должно быть модернизировано в рамках этой программы. Dans le cadre de ce programme, environ 15% de toutes les capacités de production d'énergie électrique doivent être modernisées. И должен быть в ней акцент на как раз CHP plants, это ТЭЦ по-русски, это станции, которые производят электроэнергию и тепло, поскольку они в худшей ситуации. И dans ce programme, on doit mettre l'accent sur les centrales électriques combinées, celles qui produisent l'énergie électrique et la chaleur. Уже состоялся один из шести этапов выбора инвестиционных проектов. Donc, on a déjà procédé à la première étape de choix des projets d'investissement. И короткие результаты следующие. Краткое изложение результатов, да. Et en bref, les résultats sont les suivants. 60% всех инвестиций досталось одной компании Interrail ES, одной компании. Donc, 60% de tous les investissements sont chez une seule entreprise, Interrail ES. 80% из них не в ТЭЦ, на что планировалось, а в другие станции. Donc 80% correspondent non pas aux centrales combinées qui produisent l'électricité et la chaleur, mais d'autres types de centrales. Да. И 80-90% всех денег пойдет на в большей степени на ремонт, чем на модернизацию. Et de 80-90% des fonds seront alloués non pas à la modernisation, mais à l'entretien et aux réparations. То есть не ремонты будут делаться не с амортизацией, не собственных средств компании, как должно быть, а вот с дополнительной платой, которую осуществляют потребители. C'est-à-dire que l'entretien et réparation seront financés non pas par les amortissements, pas par les fonds propres de la société, comme cela aurait dû l'être, mais par ce que paye le consommateur. При этом я напомню, мощностей электростанций в России больше, чем надо. La Russie a des capacités de production d'électricité excédentaires. Есть избыток, да.
il y a un excédent de ces capacités. А вот решение проблем старых ТЭЦ, вот такой вот подход, он не решает, по крайней мере, на первом этапе. И cette approche n'arrive pas à résoudre les problèmes des anciennes centrales thermiques électriques, au moins pas lors de la première étape. Да. Слайд про меры политики. Я начну вот с того, что мне представляется, то, что нужны новые правила организации рынка, то есть, по сути, делать реформу рынка, когда... Il me semble qu'il faut réorganiser le marché, procéder à une réforme. Когда компании должны иметь возможность инвестировать и рисковать своими деньгами с точки зрения, если инвестиции неудачные. Pour que les sociétés puissent avoir la possibilité d'investir sans risquer leur argent si les investissements ne réussissent pas. Да, и три, коротко, три меры, так сказать, в рамках действующей системы. Et trois mesures dans le cadre du système existant. Первое, это лучший отбор проектов, чтобы не было такой концентрации на неудачных проектах. Mieux sélectionner les projets pour qu'il n'y ait pas une concentration des projets non réussis. Второе, учесть конкуренцию с другими сегментами этой отрасли. Prendre en compte la concurrence avec les autres segments de ce secteur. Это сети либо другой вид генерации. C'est-à-dire les réseaux ou d'autres types de génération. И третье, это попробовать использовать другое финансирование. Как вы слышали, в России достаточно высокие ставки коммерческим компаниям по кредитам. Vous avez entendu que les taux d'intérêt pour les prêts commerciaux aux sociétés sont assez élevés. Для банков достаточно удачно финансировать такие проекты, поскольку они безрисковые, они точно будут окупиться. Pour les banques, il est intéressant de financer ces projets parce que ce sont des projets sans risque. Да, но при этом ставки вполне себе коммерческие, ближе к 15-16%. И у меня тут тезис такой. У школы решение о том, что эти инвестиции необходимы, приняло, по сути, государство. Donc là, je dis que puisque l'État a pris sur le fond la décision que ces investissements sont nécessaires, решение принято совместно Минэнерго и системным оператором. Это оператор, который оперирует системы, энергосистемы. Donc cette décision a été prise conjointement par le ministère de l'énergie et l'opérateur qui gère le réseau. То тогда можно использовать какие-нибудь из средств там, инвестиционных фондов, которые могли бы быть отданы под меньший процент. Donc peut-être on pourrait utiliser des moyens des fonds d'investissement pour assurer un taux d'intérêt inférieur à celui des prêts commerciaux. Это бы сократило бы влияние на цены и платежи потребителей в целом за эту программу. Cela permettrait de réduire l'impact sur le prix et les paiements par les consommateurs pour ce programme. Третий сегмент – это теплоснабжение. Le troisième segment, c'est l'approvisionnement en chaleur. Достаточно крупная отрасль российской промышленности. C'est un assez grand secteur de l'industrie russe. Вот здесь вот показатели выручки и экономики сектора в миллиардах рублей. Donc ici, vous avez les paramètres qui correspondent aux recettes et à l'économie du secteur en milliards de rubles. Интересная история состоит в том, что теплоснабжение было всегда очень плохим сектором, где затраты не покрывали, где выручка не покрывала затраты. L'approvisionnement en chaleur a toujours été un secteur très mauvais, où les recettes ne couvrent pas les dépenses. Да. И вот где-то в последние 5-7 лет on a eu les situations suivantes. Соотношение между текущими тарифами, le rapport entre les tarifs actuels, потенциалом повышения эффективности в системах, le potentiel d'amélioration de l'efficacité du système, и стоимостью инвестиций, et le coût d'investissement, в это повышение эффективности, investissement dans cette amélioration de l'efficacité, для большого числа систем стало таким, что эти инвестиции можно осуществлять.
pour un grand nombre de réseaux et de l'unitaire, on pourrait maintenant faire ces investissements. И здесь ограничением выступает регуляторная политика. La limitation ici, c'est la politique de régulation. Дело в том, что все тарифы устанавливаются по методу затраты плюс. Tous les tarifs sont définis comme les coûts plus quelque chose. Это означает, что если повысить эффективность, снизятся затраты, то снизится и тариф. Si on améliore l'efficacité, on réduit les coûts, on va aussi réduire les tarifs. К тому же у самого сектора нет ресурсов для инвестиций. Вот здесь вот... Le secteur en lui-même n'a pas de ressources pour investir. Да, а внешние не могут прийти, поскольку есть вот это тарифное регулирование. Et les investissements externes n'arrivent pas, car il existe cette régulation au niveau des tarifs. Вот здесь не очень удачно может быть перевод, но показана структура структура источников инвестиций. Ici, on voit la structure des sources d'investissement. И около 70-80% это собственные средства, среди которых доминирует амортизация. Entre 70 et 80%, ce sont les fonds propres, essentiellement l'amortissement. Вот. И эту проблему можно решить двумя механизмами, которые сейчас активно развиваются, могут стимулировать развитие этого сектора инвестиционным путем. Ce problème peut être résolu par deux mécanismes qui sont en train de se développer. Первый механизм – это механизм концессии. Le premier mécanisme, c'est celui des concessions. Второй механизм – это специальный механизм, тоже гарантированный возврат инвестиций, который называется новая модель рынка или альтернативная котельная. Le deuxième mécanisme est un autre mécanisme de remboursement garanti des investissements que l'on appelle le nouveau modèle du marché ou le chauffage alternatif, la chaufferie alternative. Уже достаточно много проектов, которые по этим механизмам реализуются, но они тоже имеют свои ограничения, о которых мне хочется рассказать. Il y a déjà beaucoup de projets qui sont réalisés suivant ces méthodes, mais ces méthodes aussi ont leurs limitations, dont je voudrais parler. Проблема концессии состоит в том, что они передаются пользователю на ограниченное время. Le problème des concessions, c'est que ces concessions sont pour un temps limité. И инвестор делает минимальные инвестиции, чтобы они окупились, и наводит банальный порядок в систему. L'investisseur fait les investissements minimaux pour que ce soit rentable, pour avoir le retour sur l'investissement et assure la remise de l'ordre dans les réseaux. Это позитивный процесс, но коренная перестройка системы могла бы дать гораздо больше эффект, больше инвестиций, главное инвестиции на российское оборудование, технологии и так далее. C'est un effet positif, mais le changement radical aurait pu donner un meilleur effet et plus d'investissement. Et on aurait pu surtout acheter les équipements russes, de production nationale, etc. Здесь полезно было бы предусмотреть механизмы передачи или приватизации системы теплоснабжения квалифицированным инвесторам, если они себя показали таковыми. Ici, il serait bien de prévoir des mécanismes de transfert, de privatisation, de transfert des réseaux de chaleur aux investisseurs qualifiés s'ils se présentent comme tels. Альтернативная котельная, метод альтернативной котельной тоже имеет минусы. La méthode de chaufferie alternative a aussi ses désavantages. Если коротко, этот метод эффективно применять в системах, где совсем плохое состояние систем теплоснабжения. Cette méthode est efficace pour les réseaux de chaleur en très mauvais état. Как он устроен? Тариф повышается до уровня, который соответствует цене тепла от новой котельной, если заново все построить. Les tarifs sont augmentés à un niveau qui correspond le prix de la chaleur provenant d'une nouvelle chaufferie, si on construisait une nouvelle chaufferie. Да, как правило, инвестор ставит этот тариф несколько ниже, чтобы не было стимула у потребителей уйти полностью. Bon, en règle générale, l'investisseur met ce tarif un peu plus bas pour que les consommateurs ne
soit pas incité de partir complètement. Да, и вот эти вот дополнительные деньги, на эти дополнительные деньги окупаются инвестиции. И cet argent supplémentaire permet de rembourser les investissements. Соответственно, плюс этого метода то, что можно решать проблемы в совсем плохих системах. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de résoudre les problèmes des réseaux en très mauvais état. И в ряде сибирских городов такие проекты запущены. И ces projets ont été lancés dans un certain nombre de villes en Sibérie. Минусом является то, что этот метод нельзя использовать повсеместно. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette méthode partout. Дело в том, что в системах, где много ТЭЦ, вот, электростанции, которые производят электроэнергию и тепло, le problème, c'est que pour les centrales combinées thermiques et électriques, это приведет к тому, то, что сильно повысятся цены, и ТЭЦ будут вытеснены за счет тепла котельных. Cela va augmenter les prix, et les centrales thermiques et électriques seront remplacées par les chauffe-eau. Да, или один из двух этих вариантов случится. L'une de ces deux options va se réaliser. Соответственно, для ряда систем, это большая часть населения страны и большая часть систем теплоснабжения, необходим другой механизм, который бы минимизировал инвестиции рост тарифа, но позволял окупать инвестиции. Pour la plupart des réseaux, on aurait besoin d'un autre mécanisme qui permettrait d'une part minimiser les investissements et d'autre part les rembourser. Как я вначале сказал по этой теме, такое ощущение, что экономические условия сложились для этого. Donc on a l'impression que les conditions économiques sont déjà mises en place. А инструментов для этого Mais on n'a pas d'instrument. Да, и одним из инструментов может быть увеличение, создание условий для загрузки ТЭЦ в рамках там реформы рынка электроэнергии. Un des instruments peut être la création des conditions pour utiliser le marché des centrales thermiques électriques. Ну вот, если будет одна из реформ случится рынка электроэнергии, то там можно прописать такие условия, чтобы Dans le cadre d'une réforme du marché de l'énergie électrique. Я подхожу к концу, небольшие выводы, они отдельно не написаны, да. Но что я хочу сказать, на ближайшие там 5-6 лет экономическая политика, она заложена, как мне видится, больше в логике перераспределения между разными. Donc pour les 5-6 années à venir, il me semble que la politique économique suit plutôt la logique de redistribution. Между разными статьями бюджета, даже направлениями внутри одной статьи бюджета, разными способами. Да? Entre les différents postes budgétaires, voire entre les orientations, directions différentes à l'intérieur d'un seul poste. И нельзя ожидать то, что мы получим вот то, о чем Александр Широв докладывал, да, то, что у нас будет инвестиционный рост. Il ne faut pas s'attendre à obtenir une croissance tirée par les investissements dont parlait M. Chéron. Да, и как мне видится, вот такие подходы, которые основаны на перераспределении инвестиций или создании там новых условий для инвестиций внутри секторов, которые достаточно значимы для экономики России, это может быть. Donc ces approches qui correspondent à la redistribution des investissements ou la création de nouveaux investissements à l'intérieur des secteurs importants pour l'économie russe. Это может быть одним из элементов, которые там запустят, ну не запустят, конечно, но создадут. Peut être un des éléments qui lanceront la croissance. Внесут вклад в экономический рост в логике инвестиционного развития, а не финансового. Спасибо за внимание. Я хотел сказать, что реформы в электроэнергетике иногда порождают серьезные проблемы на региональном уровне. Je dois dire que les réformes du secteur de l'énergie électrique engendrent parfois des problèmes importants au niveau régional. Когда мы работали в Тульской области, мы познакомились со следующим сюжетом. Dans la région de Tula, nous avons vu la situation suivante. Там была старая электростанция. Ils avaient une ancienne centrale électrique. Которую надо было закрывать. Qu'il fallait fermer. Но
два варианта решения. Либо построить новую электростанцию в этом же самом месте, либо через линии электропередач получать электроэнергию из другого региона. Il y avait deux solutions. Soit on construit une nouvelle centrale électrique au même endroit, soit on reçoit l'énergie électrique par les lignes haute tension d'une autre région. Генерирующей компании гораздо выгоднее было поставлять электроэнергию из другого региона по сетям. Pour la société de production d'électricité, il était beaucoup plus avantageux d'importer cette énergie électrique par les réseaux depuis une autre région. Но сам регион из-за этого терял очень крупного налогоплательщика. La région perdait un grand contribuable. И предприятие, которое обеспечивало достаточно большое количество рабочих мест для маленького городка, для Суворова, кажется, да? И les emplois, un grand nombre d'emplois dans une petite ville. И это была очень острая дилемма. Регион просил генерирующую компанию построить новую электростанцию. Et c'était un grand dilemme parce que la région demandait à la société productrice d'électricité de construire une nouvelle centrale. А компания всячески пыталась этого избежать. Et les sociétés essayaient de l'éviter à tout prix. И, по-моему, вопрос не решен до сих пор. Et je pense qu'ils n'ont pas trouvé une solution jusqu'à présent. Продали часть никому. И как бы закрыли. Она ушла с рынка. Apparemment, ils ont fermé cette centrale, l'ont revendue aux sociétés privées. Ну и таким образом получилось так, что регион понес реальные потери. Donc la région a connu des pertes réelles. Хорошо, теперь вопросы. Maintenant les questions. Доктор Фролов, потом доктор профессор Шива. Место можно? Да. Все, доктор, потом профессор. У меня вопрос про развитие связи рынка электроэнергетики с атомной энергетикой. Bon, j'ai une question sur les liens entre le développement du marché de l'énergie électrique et le secteur de l'énergie nucléaire. Известно, что строительство атомных электростанций это очень дорогостоящее, так сказать, с точки зрения капиталоемкости. Il est connu que la construction des centrales nucléaires est très intense en capital, ça coûte très cher. И, соответственно, вывод, уже вывод атомных электростанций, которые исчерпают срок своей службы, тоже дорогостоящий проект. Et la sortie de l'exploitation des centrales nucléaires qui ont déjà épuisé toutes leurs ressources de vie, ça coûte très cher aussi. С вашей точки зрения, если мы берем всю стоимость жизненного цикла атомных электростанций. Donc, de votre point de vue, si on considère tout le coût du cycle de vie d'une centrale nucléaire, то та доля электроэнергии, которая уже вырабатывается атомными электростанциями в России, является ли оптимальной или надо еще больше наращивать мощность? La part de l'énergie électrique produite par les centrales nucléaires en Russie est-elle déjà optimale ou faut-il augmenter les capacités? Спасибо. Вначале замечу то, что стоимость эксплуатации и культивации, реновации, закрытия станции в практике еще таких цифр нет, это только расчетные вещи. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas en pratique le coût d'exploitation, de fermeture, de recultivation, rénovation des centrales nucléaires. Pour l'instant, on n'a que des calculs théoriques dessus. Там очень большой диапазон, тем более там отработанное топливо можно и нужно хранить там сотни лет. La fourchette est très grande car les combustibles nucléaires usés doivent être gardés pendant des centaines d'années. С точки зрения использования атомных электростанций в электроэнергетике России и влияния на экономику во всех аспектах. Donc, du point de vue des centrales nucléaires dans l'économie russe et leur impact sur tous les aspects. И заказы для машиностроения и, скажем так, финансирование российской конкурентоспособной на международном рынке корпорации и влияние на электроэнергетику. Telles que les commandes au secteur de construction mécanique, l'impact sur la compétitivité de la Russie sur le marché des corporations, l'impact sur le secteur de l'énergie électrique.
Да, я считаю, текущий уровень развития достаточно оптимальным. Не надо ни наращивать, ни сокращать его. Je considère que le niveau actuel de développement est assez optimal, donc ce n'est pas la peine de l'augmenter ou de le réduire. Единственное, есть претензии к финансированию этих строек, поскольку потребитель платит дважды или трижды за эту станцию. Le seul problème, c'est le financement de ces chantiers, parce que le consommateur paye deux fois, voire trois fois. То есть, корпорация получает деньги из бюджета. C'est-à-dire, la société obtient le financement budgétaire, d'une part. С другой стороны, вот атомные станции, они как раз в привилегированном отношении, положении относительно других типов станций. Mais d'autre part, les centrales nucléaires bénéficient d'une position privilégiée par rapport aux autres centrales. Да, они получают достаточно большой платеж с рынка, и этих бы денег хватило на там, коммерческую либо окупаемость, либо... Elles reçoivent beaucoup de paiements. Du marché et donc cela aurait dû suffire pour une rentabilité commerciale. Либо по принципу того, то что концерн Росэнергоатом эксплуатирует все свои 10 электростанций, зарабатывает деньги и на эти деньги осуществляет и инвестиции там и ну там У Росэнергоатом, который эксплуатирует дизель до центральных реактор, pourrait gagner de l'argent et assurer les investissements, au moins les investissements courants, grâce à cet argent. Да, я немножко прокомментирую этот вот ответ на вопросы. Вообще, на самом деле, понятно, что ни Франция, ни Россия, ни Великобритания, ни Соединенные Штаты в ближайшем обозримом будущем от атомной энергетики не откажутся. Il est tout à fait clair que personne ne va renoncer à l'énergie nucléaire dans un avenir visible. Ni la Russie, ni la France, ni le Grand-Bretagne, ni les États-Unis. И резон здесь чисто экономический. Pour des raisons purement économiques. Потому что все эти страны вынуждены финансировать, кроме гражданского, еще и военный атомный сегмент. Tous ces pays sont obligés de financer non seulement le nucléaire civil, mais aussi le nucléaire militaire. И в этой связи, так сказать, эти два элемента, они являются неразрывными. Если мы уберем гражданскую часть, то понятно, что у нас будет нагрузка выше на оборонную часть. Ces deux éléments sont indissociables, donc si on enlève le nucléaire civil, la charge sur le nucléaire militaire sera plus grande. Но отказаться от, от военной части, ну, никто из этих стран не собирается. Так что в этом смысле для России, Франции, Великобритании и США история понятная, но есть и другие страны. За последние 3-4 года мы провели большое количество расчетов по развитию атомной энергетики в Турции, в Марокко, в других странах. Ces dernières années, nous avons fait beaucoup de calculs concernant le développement de l'énergie nucléaire en Turquie, au Maroc et dans d'autres pays. И даже при том, что эти страны полностью импортируют оборудование из Франции или России. Même étant donné que ces pays importent la totalité de leurs équipements de la France ou de la Russie. Совокупный макроэкономический эффект всегда положительный. Au total, l'effet économique est toujours positif. Вне зависимости, кто это считает, международные организации, такие как МАГАТЭ. Либо национальные службы и министерства. Peu importe qui fait ce calcul, les organismes internationaux ou les services des ministères nationaux. У меня вопрос к Валерию Семикашеву по поводу цен на газ. J'ai une question concernant les prix du gaz. Как известно, цены на газ это единственные цены на энергию, электрические ресурсы в России, которые не зависят от мирового рынка. On sait que les prix du gaz sont les seuls prix de ressources énergétiques en Russie qui ne dépendent pas du marché mondial. То есть, если по нефти, нефтепродуктам, по другим энергетическим ресурсам у нас netback, то есть цены равны мировым за вычетом пошлин и затрат на транспортировку. Pour le pétrole et les autres ressources énergétiques, on a les prix netback. То, по газу это примерно 60% от netback. Mais pour le gaz, c'est environ 60% du netback. Вот какова ваша позиция по поводу того, как должны меняться цены на газ относительно цен мирового рынка в России? То есть мы должны удерживать... Qu'est-ce que vous pensez sur le changement éventuel des prix du gaz par rapport aux prix mondiaux? Должны ли мы удерживать... Ну да, это вот этот график. Должны ли мы удерживать более низкие цены на газ, либо... Est-ce qu'on doit garder les prix du gaz plus faibles? Либо мы должны перейти к принципу нетбэка и по газу. Devons-nous passer au principe de netback sur le gaz aussi?
Спасибо, очень интересный вопрос. C'est une question très intéressante. Нам точно не надо играться в нетбэк в газовой сфере. C'est sûr que dans le domaine du gaz, on ne doit pas jouer avec le netback. И в средней, в долгосрочной перспективе, там, возможно, большие флуктуации. Зачем нам вот эту флуктуацию на свою экономику переносить? À moyen terme et à long terme, il peut y avoir de fortes fluctuations. Nous n'avons pas besoin de les reporter sur notre économie. Вот. Ценообразование какое может быть? Quelle peut être la formation de prix? Сейчас оно устроено принципом, ну, что-то такое, сколько-то процентов достигнуто, желательно ниже инфляции. Actuellement, elle suit le principe, on a atteint tant de pourcents, de préférence au-dessous de l'inflation. Если брать идеальную картину, как мне видится, и либерализовать рынок, что тогда может получиться? Si on prend une situation idéale et libéralise le marché, qu'est-ce qu'on va obtenir? Если у нас есть граница между российским рынком и внешним в виде контролируемых газопроводов или контролируемых заводов СПГ, которые там счетное число, и можно контролировать, устраивать политику, да, чтобы цены не взаимодействовали между собой. Si on a une frontière entre le marché russe et le marché mondial sous forme de gazoduc contrôlable, de chantage contrôlable, то мне видится организация рынка, когда производители конкурируют между собой, добывается вначале более дешевый газ, может быть там с меньшим мультипликатором, допустим, да, на самый дешевый газ. Je vois que d'abord le producteur peut produire le gaz moins cher. Да. И минимальный контроль над вот этой вот большой частью затраты, которая затраты на транспорт, которые выше, чем затраты на газ. Et le contrôle minimal de cette partie qui est l'export, qui sont supérieurs au coût du gaz de production. При современном курсе рубля я бы сказал так, то что тот change de rouble actuel. Затраты на добычу это не превышали бы 20-30 долларов. Donc le coût de production ne devrait pas dépasser 20-30 dollars. И в зависимости от эффективности вот этого сектора, от 50 до 100 долларов, там может быть больше, там 120, стоили бы затраты, ой, я сейчас не то сказал, сейчас я рубль посчитаю, да, порядка 50, может быть 70 долларов стоили бы затраты, то есть что? На транспорт. Или coût de transport serait d'environ 50-70 долларов. La production plus le transport. Это, скажем так, верхние границы, я называю. Donc, ce serait la limite supérieure. С некоторым запасом. Avec une certaine marge. Вот, соответственно, конкуренция, она позволила бы нам добавить вначале более дешевый газ, и потом более дорогой газ. И это... La compétition nous aurait permis de produire d'abord le gaz le moins cher, ensuite le gaz plus cher. Мы могли бы иметь цены точно не, могли бы иметь цены точно не выше, чем вот как сейчас, которые сложились таким вот эволюционным путем. On aurait pu avoir les prix pas plus élevés que ceux qui se sont imposés aujourd'hui d'une manière évolutionnelle. И очень сложная проблема, как перейти от сегодняшней системы, когда газотранспортная система – часть компании «Газпром», где не разделены затраты внутри компании между видами деятельности, к тому, чтобы это разделить и создать условия для этой конкуренции. Et le grand problème est aujourd'hui comment passer de la situation où ces coûts ne sont pas séparés dans les grandes sociétés telles que Gazprom à une situation où on pourrait créer les conditions pour cette compétition.